О, привет, Брейн. Привет! Как дела у тебя, Олеж? Да нормально вроде, а что? Я, по-моему, попал в ролик по ультимейту Даши и Брейна. Ты что, серьезно? Я хочу тебя, Олеж. О, боже, так. Нас же смотрят дети, какого черта ты делаешь? Ладно. Боже, что происходит? О, Дашуль, ты уже здесь? Я не знаю, что творится. Здесь какая-то жесткая садомия, что ли, я бы даже так назвал ее. Что это за... Я буду играть за кубочку. У меня на ферме знак вопроса. У меня тоже знак вопроса. Ребята мне написали под прошлым роликом, и тебе они написали. В общем, нам они написали. Ну, в общем, ты смотрел под прошлым роликом. В комментариях, короче, написали. Попросили посмотреть режим креативный. Хорошо, давай сначала ферму попробуем. Ну вот на ферме давай креатив посмотрим. Что это вообще будет? Давай посмотрим на ферме креатив. Что дальше делать? Я не знаю. Может, потому что твоя стрелочка тоже не навелась? Чё, вам не нравятся люди? Какого чёрта вы вообще меня выбрали? Давай третью сделаем. Ты будешь играть тогда? Давай будем тремя персами играть. И как ты планируешь? Хочешь наркоманию? Прыгай, давай. Пиздарики, раздвоение. У тебя раздвоение личности. А если ты могла, ты могла, можно было 4 перса взять? О, вижу подарок. Япона мать. А вот инвентарь Y. Это то, что нас просили посмотреть. Все доступно. Японский городок. Так, я хочу за вещами подняться. Хорошо, давай. Ага, сюда нужно. Размещение завершено? Да. Куда завершено? Ставь давай. Я вообще не понимаю, что. Лежа. Блин! А, то есть ты будешь как читер сейчас? Ой, я что открыла? Овечий кушак. Костюм разблокирован у Брейндит. Нет! Да нормально, ты... нормально же, чего? Попа вредная. Брейндит 2. Это знаешь, как дешевый такой сиквель. Действительно, Брейндит 2, столько на наших экранах. Ты вредная попа. А вот это люблю, это по мне. Это я просто буду подумать. Ты петушок. Кто кого петушком назвал, а? Слышь. Че ты делаешь? Че ты вертишься? Так, я пойду вот так. Это что ж за канонёк? И что дальше? И что ты... Может, Дарья, понимаете? Знаете, это вам никак не поможет. Тихо. Давай на стрелах, мой лучник добра. Ты несешь в этот мир только... Я выиграла! О, как? Тебе же в попу попало! Какого это лешего было? Олеся, а Брейндит будет вообще куда-то идти? Да? Удобно играется? Что ты делаешь, дебил зеленого цвета? Дебил зеленого цвета. Чао, бомбина, за это. Смотри. Знаешь, сколько попу тебе в стрел повезло? Соло, ловушка. Брейндит 2 что-то там все сделал. То есть Брейндит 2 что-то еще делает? Что, пиздарики так пиздарики, ребят. Хорошо, лежим. Я тоже тебя люблю очень сильно. Что за наркомания? Раздвоение, у тебя реально раздвоение личности. С кого я читер? Моего фейкового Брейна засосала. А точно, фейк. Да что ж такое же? Дашуля, давай. Дашуля, мы тебе верим. Дашуля, все будет хорошо. Будет хорошо. Это ты виноват. Нормально все. Это ты виноват. Нет. Это адовый режим. Это адовщинка. Адовщинка. Так, ну хорошо. Хорошо, Олеж, я тоже тебя люблю. Почему твой Брейндит ничего не делает? Лежа. Так, походу нашего Брейндита маленькие проблемки. Родной мой, по-моему, что-то не то сделали, да? Шуля, какого? Блин! Шуля, что происходит? Объясни. Тихо. Я должна рассчитать. Есть! Как? И ты ж попку там получила же. Соло? Курица за что-то получает. Сало. Или как его там в фильме звали? Хансало? Хамса? Не хамса, хамса. Я ноготь стерла. Мысли. Коромысли! Что? Ой! Кажется Ладно. Мне, что это просто непроходимо. Я не уверен!
видела? Я просто победитель по жизни. Ты просто пытаешься... Нет, смотри, что я пытаюсь победить на мы, да? А чего это ты у меня вдруг как-то зарипел? Я не знаю. Ты куда ты пропадаешь, ребята, Олежа? Олежа... Я здесь, я не знаю, что со скупешкой. Скупешка, вернись! Скупешка. А ты меня хорошо слышишь? Вообще-то нормально. А вот ты у меня совсем вот так в скупешке куда-то уходишь. А, я здесь, представь, что я рядом. Нет, почему меня затянуло сразу? Я же, ты вредина. Нет, я же на фиг, смотри, я же на фиг. То есть тебя посмертно, да? Клавиатуры. Диванный критик. Самый ярый хейтер. Уличный хейтер. Шейкер. Патимейкер. Меня перерубило, так меня еще перелопатило. Тебе посмертно дали. Слушай, по-моему, что-то изменилось. Ловушек раньше нам, по-моему, не давали. Нормально. Ну все. Ты, значит, у меня доигрался. Хорошо, Олеж. Хочешь боли? Я хочу боли. Давай. Твой будет аутсайдер? Почему меня скрай? Я играть не могу. Я знаю, у меня точно та же самая дерьмецо была. Я вижу, только у тебя его сейчас нет. Но, Дершуля, иногда надо взять волю в кулак, чтобы... Сразу объясню. У меня горит. У меня просто разрыв пердака. Я чувствую запах. Брейн есть. Бля! Ой, толк от этого срама мудака, если он умирает сразу. Почему? Дошли, мы почти с тобой на одном этом. Нет. Ну ладно, я тебе немножко жизнь облегчить могу. Хотя нет. Не будешь мне облегчать жизнь? Нет. Хорошо. То есть ты хоть вообще, чтобы не проходил, да? А в креатив режиме можно пидарики творить долго, да? Да. Хорошо, сейчас сделаю. Ты будешь что-то делать? Уходи быстрей. О. Тихо. Я хочу понять траекторию. Шулька, тут трудные вещи для понимания. Да ладно. Я танцую прямо под черной звездой. Ты пристела так няшно. Нет, тихо. Олежа, тихо. Что тихо? Тихо, нет, меня убило. Проходи давай, пробуй. Куда меня убило? Ну ты вредная попа. О, это было хорошо. Все. Это было божественно. Я обиделась на тебя, чтоб тебя сейчас спихнуло. Черти, или огненные эти были, Ленки? Ты супер курица. Смотри, меня сдвигало с каждым разом все дальше и дальше. Сдвигало? Нет, не я сдвигала, а ты сдвигала. Так, куда бы нам с тобой еще пойти? Хорошо, подожди, ты открыл себе костюм новый. Какой? А я не помню. Я не помню. Помню на курицу, а может и нет. Или на лошадь. А, комбинезончик был уже, да? Да, был. Стряхняшно. О, Дашулька, тут что-то есть. Блин. Где? Еще смотри. Вот в зеркале что-то было, смотри. Что? А, ракетик. А что еще у нас есть? Что за музыка? А что за музыка? Не знаю, просто музыка. Меня раздражает, что ты в скайпе пропадаешь. Почему у меня нет ни одного наряда? Не знаю. У меня и комбинезон. Меня лишили радости жизни. Я буду играть в лошадку. Маленькая лошадка. Я хочу тебя валять на дискотеке. Нет! На дискотеке я тебе наваляю. Патимейкер. Уличный шейкер. Уличный шейкер? Какой-то шейкер, я помню, школьник писал, типа, там нету уличного шейкера. Ну, мы иногда импровизируем, это так, для этой самой. Олежа, не могу я просто, понимаешь, Олежа. Мы ждем твоего хамелеона. Нет, я не хочу, давай лучше перезайду. Ну, хорошо, давай. Я лучше перезайду, да, сейчас на паузу нажмем. Вечериночка, Дашулька. Нет. Ты чувствуешь, как будет сейчас пылать? Нет, моя белочка такая счастливая. Она не знает, что я чувствую, как пылает у тебя при виде уровня дискотека. Как-то так, да? Так, ну давай начнем с приличного.
Ну, как тебе сказать? Так, сейчас посмотрим. А где ты? А чего тебя не вижу? Ла-л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 а. Слушай, может, не надо? Все, я понял? Да. Нет. Тихо, да. Я жива. Нет! Ну как так? Я тебе всегда говорил, ты чутишь, а? Какой ты ту-ту-ту-ру. Так, хорошо. Хорошо. Учти, нет, нет. Я буду делать самые жесткие подставки. Олежа, ты просто полная попка. Ты просто задница, Олежка. Ты очень няшный, как пельмешка. Тебе так много ведь добра, сказала я. Ты зачем ты там поставил эту дыру? Какую дыру? Какую дыру черную? Олег, дыра. Олег, черная дыра. Черная, черная, черная. Черная, черная, так, черная. Хорошо, ты у нас в чернодырье любишь? Ша. Шуля, может, не надо? Ну, да, конечно, не надо. Да прыгнем, да, Сулечка. Ну, так это твои, мы вообще там не зайдем, понимаешь, в чем проблемка? Бля! Тихо. Давай, прыгай, да, Шуля, давай, в свою же ловушку. Ну, как? Я могла бы допрыгнуть. Я понимаю. Заяц-аутсайдер. Хорошо. Я все понимаю, понимаешь? Просто моя задача напакостить максимально жестко. Я тогда себе удобство делаю. Давай. Удобство делать. Удобство. Сейчас тебе покажу удобство. Тихо. 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 Я прошел. Слишком просто? Вы считаете это слишком просто? Как пылала задница, я не помню когда. Хорошо. Я тебе говорю, я тебя тоже люблю, да. Че ты со мной рядом стал? Тихо. Нет. Отлично, ты составила мне компанию. Мне так приятно с тобой на полу полежать. Приятно, да, на полу полежать. Здравствуйте, здорово. Дискотека. Тут. Дискотека. Уличный денсер. Дискотека. Сейчас, что же за фонтан, смотри, какой напор, а? Интересный напор, ты меня, да? Ты пугаешь? В смысле, чем? Своей любовью к фонтану. То есть из-за тебя меня убили? В смысле из-за меня? Никто никого здесь не... Ты вредная... Что это было? Почему я ходил по кругу? Тебя засосало. Ой, мне тут что-то стрясит, это скрипит. Ты слышишь скрипы? Извините, да не извиню я тебя. Извините. Простите меня. Пошел, Олежа. Простите. Нет, это я взяла эту штуку. Я тоже. Мы не пройдем, ты понимаешь? Я знаю. Ты же любишь дискотеку, патимейкер. Обожаю. Шейкер. Я, понимаешь, я не вижу наших персов. Я вижу только надписи фиолетового и розового цвета. Вся суть в том, что ты ничего не видишь. Классно. Полагайся на свое внутреннее чутье, детка. Люк. Люк, я твой отец. Детка Люк. Крошка Люси, да? Здравствуйте. Зачем? Объясни. Шулька, объясни, зачем? Шулечка, она непроходима, ты понимаешь? Она непроходима. Что это я лег? Я автоматически прилег. Пара-па-па-парам. Пиздарики. Хорошо тебе в твоей черной дырочке. Черной дырочке? Может, в черном отверстии? Давай будем выражаться более деликатно, да? Твое черное отверстие такое черное? Да-да-да. Ты просто пытаешься быть аппетитным. Я просто пытаюсь выжить. Нет. Оставь уже где-нибудь, я тебя... Че ты куда спешишь? У нас впереди игра еще. О, я жив? Япона, мать. Да ладно, я пригнусь. Тихо. А, то есть ты сделала вот такую вот помощницу себе маленькую. Спасибо за то, что сделала возможность пройти этот уровень. Я сейчас его разобью. Надо разбивать. Я поняла, что не надо было это делать. Не будь букой, да, Жулька. Хорошо, лишь прости, пожалуйста. Я действительно не права была. Что такое? Прости, пожалуйста. Зачем это было мое спасение? Я мог пройти только так. А, то есть ты обо мне не думаешь?
Наши тельца пошли в вечный круг жизни. Они просто пытаются быть аппетитным. 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 Попсяшек аппетитный. Еще два раунда. Чудесно, да ты уже выиграл, я знаю. Сегодня не мой день. Как я могу выиграть? Объясни, обоснуй. Не хочу. Ты видела, где я поставил черную дыру? Нет, я не хочу видеть. Почему? Потому что я знаю, что ты в какой-то жопе ест. Давишь. Я упал. Да я уже увидела, где ты меня поставил. Где? Ты понимаешь, что это свинство с твоей стороны? Это не свинство, это игра, где нужно делать пакости, любые пакости. Да ладно. Слушай, а я-то думала, что здесь нужно как друзьяшки друг... друг другу помогать. Ты понимаешь? 5 секунд. Я знаю. Слушай, я пройду это. Я тебе обещаю, пройду. Что ты сказал? Ты жива? Ты в черноте? Ты живая? Нет. А, все уж. Я уже все. Я думаю, что нам нужно еще один левел. Супер, за. Там твой труп засосало. Что происходит? Что? Садомиточка происходит. Посмотри, какая садомитная пуща. Так, я вот думаю, какой бы нам еще левел? Так, ты закрыл. Слушай, а для кого что я нашел, интересно? Так. Для лошадки, наверное, что-то интересное. Я буду играть за овечку. Лошадки. Есть бабочка. А может, ты для овцы нашел? Я вот не посмотрела. Проверь. Вообще, я могу проверить. Нет. Может, это реально овца? Не хочу. Я хочу проверить. Ладно. Давай возьму овечку. Вот она, да. Овечка Долли, она же всех любила. О, полоса, смотри, вот она. Да, точно, для овцы. У меня что-то еще есть. Я расстроена. А, вот, да, ультимейт написано. А почему тебе вещи не дают? Я не знаю. Потому что ты вредная попа. А вредным, видимо, всегда все дают. Я вредная попа. Я хороший. Давай водопад. Давай, ну он несложно, по-моему. Нет, ну хочешь, можем мельницы, но я не люблю очень мельницы. Давай водопадик. Давай. У меня ленточка, знаешь, какой-то выпускника. Да, Олежка, ты пропал, а ленточка осталась. Ленточка подгружается позже. Так. Так, делаем проходимо или не очень? Конечно, нет. Понятно. Ты хорошо. Там? Лежа. Ты же допрыгнешь сюда? Нет. Так, тихо. Я смотрю на твою овцу и... И думаю о чем-то приятном, да? Да ладно! Ой. Я расстроилась. Как? Объясни. Я просто расстроилась. Не надо расстраиваться, даже. Действительно, ты себе целый день выигрывал. Хорошо, давай без черных дыр тогда. Хорошо. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ты меня вот сильно любишь, скажи, пожалуйста? Очень, очень, серьезно. Просто до глубины души. Блин! Ну как, объясни мне, как это можно было сделать? Ну вот так. Просто пытаюсь быть аппетитным. Давай ты будешь максимально аппетитной? Нет, это всегда максимально аппетитно. Вредничать сегодня максимально давай. Хорошо. Максимальное... Ой, пардонище. Жуля, это вообще не проходимо. Самое интересное, что я аккуратненько двигаюсь к цели. Так, хорошо, давай поставим, предположим, вот здесь вот помощника. Я думаю, ты запрыгнешь сюда, да? Да, Шулем, что ты сопишь? Вот что ты сопяшкаешь? Дашка-сопяшка. Что ты сопяшкаешь? Так, тихонько. Тихо. Ну! Бля, я смотрел на тебя и сам помер от этого. Не надо на меня, взгляды на меня смертельны. Да, ты смертельно, как это, кто у нас там, Гаргулья, Шмаргулья, кто там был, в Бэтмене еще была, помнишь? Ты Гаргулья, Шмаргулья. Ты смертельно, как Гаргулья, Шмаргулья. Подожди, ну слишком смешно. Ой, а мы ж не сможем... Я знаю, трусы, Олеженька. Спасибо, Олеженька. Счастье ты моя любимая. Золотце родное. Да как свесили, я тебя люблю. Где там мои 50 копеечек, а? Где мои 50 копеечек? По-моему, ты Книксон делаешь. Или реверанс. 50 копеечек. Давайте поищем, мы поможем Брэй найти мелочь. Давай, удачи, Олежа. Я пытался выжить. Я уберусь. Не надо. А мы не перепрыгнем дальше. Можно чуть ниже поставить какую-нибудь наклонную плоскость. Наклонную плоскость. Вот так можно сделать.
Это ж не надо. Ты просто будешь вредной попой. Ну все, ребят, я же говорила, что вредная попа. Я смотрю на тебя, и я умираю. Аналогично. Аналогично. Критично, очень критично. Сосисочный бой. Сосисочный бой. Хамелеон-аутсайдер. Брендитовца. Брендитовца. Брендитовца, да? Это звучит брендитовец. Сейчас. Что я взял? Куху. Ладно. Вот, смотри, помощь. Какая помощь? В чем? Хорошая помощь, Олежа, супер! Где взять такую? Давайте будем такую помощь делать себе, да? Я сейчас буду просто плакать. Не, да что, ты реально классно бомбишь. Ты бомба. Я рада, что ты... Это твоя вещь, он там бомба. Ты просто бомба, да? А твой папа не был террористом, да? Потому что ты просто бомба. Это такой пикап овер. Бля, вот это угарно было, кстати, сейчас. Ты никогда таким не пользовался? Чем? Ну, чтобы девочек кадрить. Нет. Ну вот я тебя учу, как кадрить девочек. Не поставил ничего вреденка. Молодец. Меньше кадрить нужно. Меня убили. Подожди, подожди, меня задачка. О. Блядь, зачем я стал на эту поебеньку? Зачем ты ее поставила? Ну что ж ты, ёпта? Чтоб ты спросил. Да Шулька, ты так пакостишь вредно очень. У нас же сегодня день вредности. Там вообще апогейно. Я вот ролик так и назову, день вредности. Самый вредный день, Олежа вредина. Самый вредный день наступил вчера. На. Зачем? Олеж, мы хотим половину пройдем этого пути? Не знаю. Шуля, мы нас как-то соединила судьба, то есть мы как-то вот в одно это самое. Нам напоминает еще 3 раунда. Так, хорошо. Ну хорошо. А с 3 раунда? Я сделаю немножко по-человечески. Серьезно, давай. И что ты по-человечески в итоге сделала? Я просто пыталась выжить. В чем заключалось человечное сегодняние? Объясни, пожалуйста. Простым языком, чтобы я понял. Леша, я умерла. Ой. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. По-человечному давай по-человечному делать. Давай, действительно. Аппетитный мой пупсичек. Мы же по-человечному хотим вот сюда, наверное, да? Там. Нет, блин, типа это обратно. Это нечеловечно было. Тихо, 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 тихо. Я могу перейти эти 2 платформы вот когда-нибудь. Йок, села на колючку, смотри, даже сила земли не помогла тебе. Ставилась, сама напоролась. Даша села на колючку, получи большую взбучку. Вот именно, что взбучка. Ладно, хорошо, Дашуль, я помогу тебе. Вот, смотри, в самом начале будет монетка, которую ты возьмешь, она поможет тебе победить. Монетка-талисман. Спасибо. Давай, бери. Во. Где моя монетка, Олежа? Да Шуль, где монетка? Что, все? Руку лишалости сгубили. Ты супер овца. Шулю с брейном погубили. А походу, я думаю, и нам это. Что нужно уже сделать? Перерывчик. Вкусная овца, а? Вкусная овца? Я никогда... Нет, овец мы ели же, наверное. Овец же едят? Ну, баранина, конечно. Баранина, конечно. Но она такая, так себе. Баранина тяжеловато идет. Она не жесткая. Тяжеловатая. Она, во-первых, по-моему, насколько я помню, сильный запах имеет. И специфический вкус. Да, и жесткая. Жесткое мясо. Что? Оу, бейби. Слышала, она сказала? Бейби, бейби, о, бейби. Слышу, бля, я подмаскируюсь под кролика. Смотри, я похож на этого. Ну, такой кучерявый. Укупник, ёпта, смотри. Кучерявый, как укупничек. Что, бля, укупник сидит, типа, ха, дай мне что-то, орехи есть, ёпта. Смотри. Что? Господи, где я? Олежа. Боже, боже, боже. Пока, 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 пока. Пока. Олежа. Да, я тут. Ой, потрогай, пожалуйста, лобик. Может, он горячий? Ты там, температурка у тебя? Это что было? Бэйби, он опять сказал. Я думаю, оп, что пора заканчивать. Знаешь, когда новые джинсы купил, они тебе не по размеру, надо вот так немножко поприседать. Оп-оп, оп-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 оп. Все, давай заканчивать. Все, друзья, до скорых встреч, пока-пока. Ребятки, не забывайте лайки ставить, а то Олег уже забыл, ну, как обычно. Да? Лайкусик, да. 10 000 лайков, новый ролик, все, давайте. Пока. Все, всем пока-пока.